Всем привет! Сегодня мы посмотрим постройки, которые пришли на мою почту. Все ролики, которые приходят туда, попадают на мой канал, кроме тех, которые без озвучки. Электронная почта будет ждать вас в описании, а мы начинаем. Привет, Евгений. Я сегодня хочу тебе показать три моих новых постройки. Первая постройка – это военный русский катер будущего. Так вот он выглядит. Что он умеет? Он умеет поворачивать. Короче, это как раз отвечает за зенитку. Можно ей стрелять. Вот так вот. Это будет выглядеть. Это сиденье отвечает за эту пушку. Оно также может поворачивать. Например, вон туда так же. И также, короче, так же стрелять. Третья краса отвечает за руку капитана. Но если, вот, допустим, вот мы плывем, и мы вон там где-то застряли. Можно вот так вот взять, повернуть и так далее. Или же просто по-быстренькому пройти build aboard. На этом все. Вот такая вот постройка получилась. Переходим к следующей. Вторая моя постройка — это вот такой вот снегоход. Механизм вот такой вот. Он вот так вот выглядит. Снегоход же сам выглядит вот так. Давайте отфиксируем его. И сядем в него. И можно управлять. Этот снегоход я строил, когда еще было зимнее обновление, просто по приколу. Чтобы построить, нечего было делать. Вот такой вот снегоход получился. Ну а мы переходим к следующей. Следующая постройка — это вот такой вот визор из игры Horizon Zero Dawn. Как он работает? Если на него нажать, появится вот такой вот типа вокруг персонажа тип сетка. Если же нажать опять на визор, она убирается. Вот так вот она сделана. Вот ее механизм. На этом все. Надеюсь, попаду в ролик. Всем пока. Так, ну это домик двухэтажный. И вот второй этаж, шкаф, картина, телефон, сумка, PlayStation 5, телевизор, диван, Nintendo Switch, опять телефон и кровать. Еще сейчас покажу туалет, конечно, диван, тортики, конфетки, телевизор, еще раз диван. Закрываем. Так, здесь кабина самого водителя. Ну и все. Всем привет. Я хочу показать вам мой танк. Сейчас активируем. Сейчас его это. Выключу анчолит. Сейчас сажусь. Ну, как бы обычный танк может стрелять, только поворачивается и сложно ему, еле как поворачивает. Надеюсь, я опять попаду в видео. Ладно, всем пока.